Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн провел встречу со своим британским коллегой Джеймсом Клеверли в Лондоне. Туда с официальным визитом он отправится 21 марта. Стороны подписывают дорожную карту двусторонних отношений между Великобританией и Израилем до 2030 года. На повестке дня переговоров иранская ядерная угроза. Стороны обсудили, что если Иран продолжит обогащать уран до запрещенных уровней, Тегеран должен столкнуться с серьезными последствиями со стороны международного сообщества. Он также выразил надежду на то, что британские финансовые учреждения откроют в Израиле дополнительные возможности в рамках расширения экономических связей.